возможно, что эту чашу, там ведь на Западе, они, католики и крестоносцы, вывозили из Византии много святых, много мощей, у них действительно много. Но вот вы смотрите, привезли поезд, и мы уже видим, какая была реакция русских людей. То есть люди очень падкие. Ну хорошо, неужели вы только можно, ведь идут с какими просьбами, Боже, это, к этому поясу? Да вот устроить на работу, там, исцелить, полезно там получить, да, ну, как дочку замуж, там, сына же, ну, просьбы-то чисто такие, знаете, земли никаких. И там какой-то 8% только те из людей, которые, подходя, просили, опять же, не пояс, эту тряпочку, а просили только Матерь Божию, чтобы дать им избавиться от своих страстей, от своих дорог копить веру, ну какие-то действительно просьбы достойны христианина. Поэтому если сейчас привезут эту, могут чашу, уже они такой оплом сделали, вот с поясочком, теперь вполне возможно привезут чашу и пойдут эти миллионы, совершенно не подозревая. Из этих миллионов, может быть, единицы или десятки, которые подумают, не просто важно поцеловать чашу. Вот у меня за спиной, говорю, стоит в алтаре на престоле та же чаша и тот же самый диско, тарелочка, где настоящий Христос и Его тело, и плоть, и кровь. И каждый причастник принимает, целует это, как ребро, эту чашу. Зачем нам нужно ехать туда? Да еще, не дай Бог, зимой привезут, будут морозить людей сколько. Не поддавайтесь, говорю, на эти. Мы Христа заслонили вот этими мощами, иконочками, поясочками, там, чашами, чем угодно там привозит. Я в таком плане говорю проповедь у себя. Да потом что? Возит профессор Осипов по каналу «Союз». Слушаю. Умный дядька, все-таки хороший. И он говорит, знаете, Игнатий Тихонович, он тоже, он в душе, он как-то говорит, но он, может, не так это эмоционально, как это вы расскажете, но он возмущается, это что такое, вы посмотрите. Я, говорит, меня вот какой-то там католический там прилад по этим по святыням, говорит, посмотрите, что это такое. Я вижу палец, это перст апостола Фомы, это тот перст, которым он прикоснулся к ребру. Ну и что, что перст? А вот представьте, и никто слова не скажет, они привезут этот перст нам и начнут везде развозить апостола Фомы. Неужели не важнее это того, что сам Христос сказал в этот момент? Что он ему сказал? И говорит, видел и веровал, а блаженные не видевшие, веровавшие. Понимаете, все речь идет о вере. И не от того, что он там прикоснулся, на все весь мир не хватит этих пальцев. Важнее ведь само содержание, что нам хочет Христос сказать. Так, подожди маленько, телефон опять звонит. Говори. Кто звонит? Говори. Никого пока, ладно, ушел. Говори, отец Ан. Ну, я вам просто говорю свои поручения. Поэтому, говорю, важно все-таки нам не заслонять какими-то внешними атрибутами и вот самого Господа Христа. Я уже начинаю понимать тоже все. Проповедь, Евангелие, говорю, выше и дороже Слова Божия ничего нет. Господь там не оставил ничего, никаких других там вещей, там, никаких там лишних там каких-то своих там атрибутов, все, что было связано. А если они были, даже мощи, я признаю к святой мощи, но Иоанна Крестителя, что Ирод обезглавил, что сделали ученики? Погребли труп, и все. И слава Богу, что его сейчас нет. Не дай Бог, он сейчас найдется этот пояс, или там пояс Иоанна Кожаного, Иоанна Крестителя, опять начнется ухождение вокруг да около. Главному люди не доходят, совершенно не доходят. Поэтому я говорю, надо все-таки делать ставку нам на Слово Божие, на внимательное изучение Слова Ветхого и Нового Завета. И каждую букву воплощать в своей жизни. Только так мы можем себя считать христианами. А привезли, не привезли, у нас сейчас тут звонят икона мироточива, привезли этого, и от царя-мученика Николая. Я говорю, ну неужели я могу только возле мироточива иконы чего-то попросить? А у меня он висит дома, иконочка, на стене. Я точно с таким успехом прошу и царя Николая, мученика, признаю их подвиг и страдания, и все. Но зачем мне такой устраивать какой-то, знаете, ажиотаж вокруг этих святынь. Потом, была передача об этом поясочке, уж коли мы коснулись его, Малахова ведет, пусть говорят. И там, значит, два оппонента, один режиссер, другой телеведущий. И вы знаете, я стал на сторону вот этих двух оппонентов. Приходят, значит, там артисты, помню, жена Караченцева. И она говорит, что я пришла, я ощутила благодать. Я настолько была, знаете, я как зашла, я прям почувствовала вот эту благодать, это все. Я не могу это передать, что со мной было все. Да. А я там приложил поясочку, а потом это что-то сказал там, это телеведущий. Она говорит, я вам сейчас глаза... А он говорит, слушайте, ну почему вы, говорит, не просите ни Бога, как кусок тряпочки? Причем, оказывается, размер имеет значение. Рядом, там, Илья Обыденного храмик, там лежит маленькая частичка от этого же поезда. Но я еще большой вопрос, поезд Божьей Матери нет. Ну почему, говорит, там никого нет? Вот я стою в очереди, я четвертый, телеведущий говорит. А рядом, буквально в 100 метрах, храм Христа, там тысячи идут по несколько километров, растянулись там все. Значит, в чем дело? Он говорит, все дело в рекламе. Как она на него набросилась? А он говорит, а это что? Это вы показываете там действие благодати от поясочка, что вы себя так агрессивно ведете. Знаете, стыдно было. Вот смотришь, думаешь, ну правда, ну батюшка был там какой-то с Петербурга. Так немножко умно говорил, так спокойно, все это тоже сильно так не выпячивал. Но все-таки он разумные такие давал ответы. И вот я говорю, все равно нам, конечно, нужно очень... Что я тебе показываю? Посмотри, отец. Делай так, мы сейчас в нос бы коту. Гляди какой, а? Красавик, хороший. Это котенок у меня такой. Посмотри, какой хвост у нее. И посмотри, сейчас покажу. Гляди, пушистый какой. О, как лиса. Это котенок. Ему 5 месяцев всего. Ласковый. Породистый. Очень даже. Мышатники. Так вот, отец, тебя, если вот все это покажут этому патриарху, так тебя еретиком Андрей Забурана назовет. Знаете, Игнатий Тихонович, я уже так говорю, у меня приход находится рядом с психиатрической больницей, поэтому я говорю смело, и чтобы не сказали, меня все равно спишут, рано психушка там, ну и пусть говорят, ладно. Так, да, ух ты, лед сорвался с крыши, грохнулся. Что-то хотел сказать еще, забыл, Игнатий Тихонович. Да. Господи. Да, о благодати. Я вот так говорю. Вот вы говорите в проповеди своей. Люди говорят, ой, мы почувствовали благодать. Я думаю, ну что благодать вы называете? Там запах ладана, может быть, красота росписи храма Христа Спасителя, необычная такая обстановка, все это, знаете, ну и как это так таинственность какая-то, вот все это, поезд, значит, что-то чрезвычайно важное происходит, а потом уже люди не успевают приложиться, его сделали вот так приподняли, там на каких-то подставочках, и люди просто проходят под ним, идут. Да. Я грешный говорю вот так, я могу вам сказать, что по Слову Божию, скажем, по посланию апостола Павла, где он пишет, по посланию к Коринфянам о действии благодати. В чем там заключается? Как он отдать, теперь слечим. Что вы можете, можно назвать это благодатью или нет? Вот вы говорите, что благодать, там что-то такое произошло, я не могу объяснить. А апостол Павел прямо говорит, он пишет, значит, в Коринф, пишет о церкви, я скажу своими словами, ну, примерно близко к тексту говорит. Я напоминаю вам, братья, о благодати данной церкви македонским. Македонском. Ибо они среди великих испытаний скорбями преизобилуют радостью, и глубокая их нищета преизбыточествует в богатстве их радушия. Они доброхотны по силам и сверх сил. Они охотно просили меня принять их дар участия в служении святым. Они готовы были, я, говорит, сам свидетель, они готовы были отдать не то, что мы ожидали, а самих себя. Сначала Господу, а потом нам отдали. Так вот, вы смотрите, что делает благодать, если они избыточно преизобилуют скорбями, в великих скорбях, преизбыточествуют радостью. Можем ли мы радоваться, когда у меня какие-то скорби, да причем изобильные скорби, и у них такая радость. Дальше, глубоко нищета, это подразумевается. Я посмотрел толкование, значит, они настолько были бедны, нищие, но благотворение настолько для них было важно, что они в своей нищете умоляли принять их дар участия святых. А святые это тех, кто там, евреи там лишали, христиане, короче, в Израиле, лишали их имени, там, расхищения, ну и дальше сам будет говорить, что вы после по просвещении приняли великий подвиг страданий вы теперь, и скорбей, говорит. И то сами среди поношений скорбей, то другим соучаствовали, то мне, говорит, сострадали, потому что вы знали, что имеете имущество на небесах, вечное и неприходящее. Так вот это я могу еще поверить, что это действует благодать. Когда у тебя лишают имущества, гонят вас все, и они радуются. Ничего нет, сами они делятся и умоляют принять дар служения. Вот это можно сказать, это действие благодати. Я только могу понять вот такое действие благодать, если мы пытаемся как-то это зримо представить. А то, что я зашла, там понюхала, там ладан хороший, конечно, там, может там еще что-то, музыка там могла играть, или мелодия, песнопение, что-то, все это понятно, но благодать ли это? Ну просто наши физические ощущения. А благодать я все-таки нашел, больше мне как-то ну, импонирует этот ответ апостола Павла, когда он говорит, что вот это действие благодати, скорби, гонения, лишения, они преизобилуют. Это как вы, говорит, преизбыточествуете в познании, в слове, преизбыточествуете и в этой добродетели, добродетели милосердия, благотворения. Как вы считаете, мои мысли? Абсолютно правильно. Тебе надо быть баптистским проповедником. Ну уж не баптистским, не лишь бы православно быть. Так что вот в таком плане я, Игнатий Тихонович, стараюсь тоже. Ну, а? Матушка, подойди сюда. Она стесняется. Я говорю, матушка, у вас поприветствую, Игнатий. Она нас слушает, сидит в другой комнате, а стесняется. Отец Ан, благодать в устах твоих. Ну, дай Бог, я только думаю, я или мудрю, я даже собраюсь отцы. У нас происходит собрание благочиния. Сидят там у нас 13-14 человек, священники. Я уже говорю, так и так, ребята, братья. А стоит один наш отец Сергий, говорит, батюшка, отец, ты как там везешь в Москву этих прихожан, как у тебя с автобусом дела? Поезд, это, надо сейчас организовать, все тут от епархии поезд, но нам не хватило билетов, там 10 семинаристов, моего зятя, отца Андрея, он сейчас зять Огнюшкин муж, священник, мы их возили от семинарии, там все такое. Я говорю, знаете, братья, вы, вот, пример, то, что он сказал, они молчат, не поймут. Думаю, ну сейчас донесут, застучат будет мне еще от архиерея. Но я ему скажу, владыке, владыка, скажите, если докоснется этого, что вот я чем-то не угоден, ну давайте, скажите, что я нарушил, какое, я что там, богохульствую, что ли, касаюсь каких-то вероучительных истин, что там троица, не троица, или там, Божья Мать там не признаю. Я все признаю, мне да еще больше крепче вера. Я зашел в свою келью, я закрыл дверь, я встал на коленки, попросил Божию Мать, прямо мне идти в больницу, там, иду или куда-то иду в школу, иду мне благовествовать, или в детское отделение. Я всегда становлюсь и хоть кратко прошу, молит, Господи, дай мне разумение, дай мне слово. И на каждом евхаристическом каноне, каждом, в течение вот многих лет, когда я только одно прошу, когда я кланяюсь уже после причащения, прошу, Господи, дай мне дар слова. Я не ученый, я простой крестьянской семье, но дай мне слова такие, чтобы я мог людям говорить, чтобы это было согласно с твоим Писанием, с твоим словом, с волей Божьей была. Не потому, что там обольстить, как, знаете, как Галатам. Вы говорит, это как вы быстро уклонились, говорит, от истинного благовестия. Говорит, я просто люди обольщаю вас. И я не хочу быть в числе тех, которые начинают говорить то, что потом апостол Павел уже сказал, говорит, анафема Галатам, 6 главе. Вы, говорит, если вам ангел, или мы, говорит, мы или ангел с ним будет благословлять, не то, что мы благословляем, то он анафема. Как раньше, так и сейчас говорили, что кто приносит благовестие, тот, говорит, анафема. Насколько, говорю, я прошу, чтобы ты, Господь, давал мне то, что согласно с Словом Божьим. Но иногда мои мысли, они не вписываются, я их боюсь даже озвучить, но у себя уж на приходе говорю об этих вещах. Вот поэтому, говорю, ну а вызовет, если коснется слова, я с удовольствием расскажу и буду, я менять не считаю, потому что, ну понимаю где-то нутром, что ну, это не то делается у нас, правильно, вы цените святыню, цените мощь, я же их не отвергаю, если езжу сам, и где-то и в Оптино езжу, и в Дивеево езжу, и с детьми езжу, со школьниками, да, но я всегда говорю, что это лишь, знаете, можно сказать, ну, внешняя сторона церкви, внешняя. Потом, такой еще момент. Многие действительно говорят, ну, вот последнюю проповедь, знаете, ведь замечают только плохое в церкви. Приходит, а вот у вас плохих есть? Сегодня пришел в больницу, там тоже двоих умирающих туберкулезом было, я им тоже там проповедовал целый час, оставил в Евангелии, в пятницу пойду, в четверг, может быть, еще. Ну и говорю, значит, о том, что, знаете, вот некоторые люди говорят, ну да, действительно, и священники не так мы ведем себя, и, да и миряне, и можно и на архиерея, и на самого патриарха. Но вы понимаете, что ведь Христос однажды сказал такую замечательную притчу, когда посадил где вы поставил своих работников сажать доброе семя, и когда спали, дьявол насеял плевел. Ну и все, они говорят, дай нам, мы выдернем. А Христос что сказал? Оставьте расти до жатвы. Когда созреет жатва, я пошлю птенцов, соберут плевел, сожгут, а пшеницу в житницу. Так вот, церковь, она и есть то поле, где здесь рядом и пшеница, и плевелы. Нам не дано вырывать плевелы никому. Ты смотри только плевелы в свою душу. Что у тебя там творится, какая у тебя там дрянь наросла, копила, все заросло, и ты ничего не видишь, кроме грехов других. Вот в таком плане я их, так сказать, призываю и говорю, что действие благодати, оно действительно может непредсказуемо. Только это действительно правильный такой подход к таинству с глубочайшим смирением себя, сознанием своей греховности, ничего абсолютно не приписывая своим каким-то уму, рассуждениям, дарованиям или каким-то еще особым там харизматическим действием. Мы грешники, только так можно действительно что-то, и то сделает Господь, а не я. Просто, может, через мои руки даже чудо сотворите. И исцелить могу, но не я, а Господь это сделает. Вообще-то, ну я тут что-то разговаривался с вами много сегодня. Вот сегодня канон читаем. Я сегодня почитаю обязательно ваш, войду в Mail.ru, значит, посмотрю ваши там ролики, насколько это все попробую сегодня обязательно сделать. Ты там найдешь и даже свой фильм, который ставил, тоже поставлен, который ты интервью берешь. А и дальше увидишь там 3 интервью, у меня берет, пришел специалист, берет. Очень чистая записи. А дальше тут у нас идут собрания, занятия идут. И там про детский лагерь, там все ролики идут, готовые. Двигаются, разговаривают, ты все увидишь. С удовольствием посмотрим. Я уже видел то, что я там, мои фильмы тогда, я их уже видел. Там и в университете, там я видел уже из интернета их раньше, и другие фильмы. Вы там записываете нас, да? Наше интервью записывается, рано еще да, и конечно. Батюшка увидит. А? Батюшка приедет, мы можем показать. Ну, батюшка, я... Вы не обижаетесь, когда я вызываю к себе, Игнатий Тихонович? Что? Вы не обижаетесь, когда я этого отца Якима к себе приглашаю, вызываю? Обижаюсь, конечно, вовсю. А почему обижаетесь? Вот полная программа. А ему делать нечего, по покойникам шарится там. Век не надо, там куда-то едут, Серафиму. Оставьте мертвецам. Ему надо делом заниматься, идти на благовестие. И каждый год одну и ту же дорогу топчет, вы за это отвечать будете за него, соблазнитель ты. Нет, Игнатий Тихонович. Ты подаешь соблазн, и написано мельничный жорнов таким. Вот, матушка кричит, что он в отпуск приезжает. В отпуск приезжает. Ему тут в окрестностях с нами надо ездить на благовестие. А ты сказал, вот этот Смирнов, этот отец Осипов, у него некоторые ролики я к себе на форум перенес. Хорошие есть. Ну, он очень, знаете, умный дядька. Он единственный, я вот пока из тех знаю, кто он может быть не так это резко режет по-живому, но он совершенно все понимает. И, кстати, насчет этого поясочка он говорил такие слова, говорит, это православное язычество. Да, вот об этом говорит. Перед ним сидят студенты, и он говорит, вы вот академию окончите, кем вы будете? И дальше говорит, вы погрузитесь в языческую среду. И дальше говорит, что делается. Подробно о чем ты говоришь. Это не на бумаге написано, а видно, как он сидит, разговаривает и опять вздохнет. Это страшно подумать, какое у нас состояние. Сейчас везде, вот даже люди ничего не знают. Попы приучили людей, благослови. И вот мы сейчас были у Максима, у него перед этим-то толчок-то всему этому я дал. Я им написал письмо, что давайте встретимся и побеседуем. И предложил тему беседы. Первое, жить не по лжи, как Солженицын пишет, и второе о благовестии. И они сразу на вступление пошли. Первым делом договорились, что можно снимать. Все, секретарь же был здесь. И на утро перезвонили, ничего не изменилось, нет. Что мы будем снимать, они будут снимать. Категорически запретили, но я встал и ушел. Они сразу со лжи. Но Максим все время толмил. Без моего, чтобы разрешения, без благословения нам не проповедовать. Батюшка говорит, ну я еду в поезде. И вот у меня встретился человек, я должен вам позвонить по телефону, спросить вашего разрешения. Он не верит никакое благословение, ему главное подмять под себя, чтобы не было благовестия. А не палачи живого слова. Благословение, благословение. Вот женщина выскочила. А вы благословение получили? Я говорю, какое благословение? А кто вас благословил? Ну, я говорю, Бог благословил. Нет. Я говорю, а вы в храм-то ходите? Я? А что я там забыла? Но она знает, что была в храме, она благословенная. Стоит накрашенная в штанах, там 50 лет. Это все в ролике видно, как она стоит. Они благословенные. Батюшки взяли себя на роль оракулов и шаманов. Вот он махнул широким рукавом, и что-то, какой-то дух найдет на человека. И теперь что не делай, все можно. Андрей Кураев правильно подметил в моем... Обо мне недавно он высказался, Андрей Кураев, что Игнатий жестко высказывается о патриархии, о священстве, поэтому критика его воспринимается, ну, вот так вот. Но то, что делают в Потеряевке, это достойно всяческого подражания. Я больше нигде этого не встречал. Это его слова. Молодец. Да. Я хоть не покривил, сказал по совести. Я дословно увидеть. У меня на форуме стоит это его выступление. Он выступил. И главное, мы поставили ролик, где наш епископ говорит о том, чтобы, ну, не искали эти проруби на крещение-то. И Кураев эту статью к себе перетащил на свой форум и высказался, что Игнатий, это, насколько мне известно, самый известный обличитель патриархии. А то другие там под ним уже подписываются, говорят, а какой патриархия, это еще и греческая там какой, или всемирный он, и почему ты к нему благоволишь так, рассказываешь. Он сказал обличитель, и в то же время хорошие слова. И на Кураева прям сразу же наседает, ты еще лапки нахвалишь-то. Игнатий Тихонович, вот вы недавно на Масленице, на первой, в понедельник это было... Ну, там, знаете, как там парад какой-то устроили там девчонки в храме Христа Спасителя на Амвоне. Помните там? Да у меня стоит это все на форуме. И отзывы, да. И кто что говорил, и я об этом говорю как. И я, главное, у меня 1300 тем на форуме. 1300 разных тем. И я не знаю, в какую тему поставить этот материал-то. Крутил, и наконец нашел, куда поставить. В праздник? Куда? В 12-й. Введение во храм Богородицы. Это новое введение девиц, и что они там делали. И они падают ниц, и прямо причитают, поют очень хорошо. «Пресвятая Богородица, прогони Путина! Пресвятая Богородица, прогони Путина!» Да, и патриарх верит в них Бога, в Путина. И главное, у них название это организация «Срань Господня». «Срань Господня»? Да. А вот эти, которые на четвереньках, говорит, ползут всех попам, и военные, и все, вся эта «Срань Господня». Тут тоже есть над чем подумать. А потом они залезли на лобном месте, человек 8, и там, как они выступают, размахивают флагами и все, они делают всякие пакости. Они мочатся в баночке там разные, и милицию обливают мочой своей, полицию. Сожгли машину у милиции, там, полиции-то. Ну, я думаю, что в верхах это знают, что они делают. Только выборы пройдут, я думаю, кое-что предпримут против таких. Да, тут распрашиваться тоже нельзя, конечно. А знаете, что это спровоцировало? Я так подумал. Отец, не говори пока, не говори. У меня на форуме все стоит, ты зайди. Там очень большие умы разбираются, за ними стоит большая сила, они не сами. И что это делается за этим? Там очень хороший анализ дается, и музыкальные произведения, и что они делают. Я это все на своем форуме выставил. На первой странице «Введение во храм Богородицы». Ты открой. Посмотрю. Это я возьму. Это у вас в Гугле, да? Да. Да, ты можешь так просто открыть форум Игнатия Лапкина в Google, заряди, сразу тебя выкинет. Ясно. Ну что, наговорились, все, уходим. Это Игнатий Тихонович, ангелом хранителя. Игнатий, прошу святых молитв сегодня. Ты далеко отошел от этого, от очка. Плохо слышно. Так, так получше слышно? Ага. Сегодня 27 февраля 2012 год, сегодня 10 лет со дня смерти владыки Максима Кроха. Могилевский архиерей, с которым мне Бог судил бы 12 лет. Сегодня 10 лет со дня его, ну скажу даже, праведной кончины. Да, помолитесь, да, чтобы Господь его упокоил. Это был такой Божий архиерей, который, ну, свои какие-то грешки у каждого есть, но был такой ревностный, боголюбивый, справедливый и очень благочестивый. Я знаю, я встречался с ним. Я встречался. А ты знаешь, помню, что Русанцев-то умер, Валентин? Не, не слышал. Сороковина, наверное, сегодня. Ага, вот как. Да. Ну, царство ему небесное. Что ну, там? Тут на форуме ты найдешь про него, у меня как раз на первой странице написано. Русанцов. Я же с ним встречался 2 раза. Валентин, он меня не воспринял никак. Ну ладно, Игнатий Тихонович, вы, не буду вас отвлекать в своей деятельности доброй, практической. Простите нас, помолитесь, пост начался, чтобы Господь укреплял нас. В общем так, ты от Якима больше не завис, запрети ему ездить туда. Не, ну он в этом году должен приехать, как же еще. Мы с ним поедем еще в октябре. Игнатий Тихонович, в октябре отец Петр в Беларуси, там ему 50 лет, он нас приглашает, и его, и меня. И отец Яким пусть приезжает ко мне в октябре, а мы уже отсюда машиной поедем в Белоруссию. Ну как, ну, надо съездить. Бесплатный билет в любой конец нашей страны, и я еще ни разу за 20 лет не воспользовался. Почему? А? Матушка говорит, нужды нет. Нужды нет. Правильно. Нужды нет, потому что я слишком занят здесь дома. У меня все здесь есть. И каждый день работа. Я тебе говорил, МФ-то. Я служил в морфлоте МФ, а сейчас осталась молитва-форум. Молитва-форум. Ну, может, мы когда-нибудь дойдем до этого тоже состояния. Я все оставил, только одна молитва. Вот у меня получается так, что, как я просил у Господа, Он мне так и дал. Чтобы в день не меньше 12, там, 10 раз становиться на молитву. Каждый день. Игнатьевич, вы и нас молитесь, вспоминайте о нас, грешников, чтобы Господь нам... Я молюсь об этих грешниках. Молюсь. Ты обо мне молись. Это наша жизнь. Потому что я благодарен Господу, что Он вовремя помог мне все оставить, все. Я умышленно отошел, стихи не пишу, проповедь не говорю. Я ушел от всего, оставил только молитву и форум. Стихи ваши, как-то их не понимаю, они хорошие, но я их не понимаю, не читаю. А вот поучили ваши книги, я открываю. Прекрасно. У меня есть этот симфония на ваши тома. Открываю какие-то изучаю чтения, которые будут рассказывать, и просматриваю. Иногда они совсем к нам не подходят. Если бы ты послушал в интернете на мои стихи какие отзывы, ты бы в обморок упал. Люди говорят, которые даже поэты, говорят, мы в жизни не встречали никогда. И во всей мировой литературе этого нету. Ты посчитай только. Да я не считаю, но у вас библейская тематика, но не знаю, как-то... Все, по мозгам. Он как-то бьет, нет, ну, не очень как-то. А если бы ты был у меня в друзьях в Mail.ru, ты бы получал мои рассылки. Представь, у меня сейчас 2000 друзей, так называемых. Да. Я одной кнопкой на 2000 посылаю. И ты посчитал бы, какие отзывы даются. Главное, это о стихах. И если 2000 человек за год только положительный отзыв, это чего-то стоит. Я не дорос еще до понимания стихов, Игнатий Тихонович, простите. А мне Игорь говорит, ваши стихи нужно специальные книги писать, чтобы человек их растолковал. Вот мне одна пишет, что Изавель не получила росы. Как Изавель не получила росы? Надо знать, что такое Изавель, что такое роса. А что она росы? Когда Изавель это Ахава жена. Так, потом... Дальше что? Какой момент, что где она должна получить росу Изавель? Там, вот и все, когда... у тебя и загадка. А у меня это все написано в стихотворении одной строчки. Каждая строчка это находка. А когда я расшифрую, он стоит полуживой и говорит, это все здесь заложено, тогда как же это так могло быть? Это Господь сделал, вон матушка села, исчезла. Нужен второй феофилакт какой-нибудь там, чтобы растолковать теперь ваши стихи. Вот мне сейчас просят самому уже рассказать. Я говорю, вы внимательно смотрите. Вот недавно я выставил, и главное, после каждого стихотворения, которое я выставляю около 10 фотографий. Если там о войне, я беру «Война в Ираке», там такие снимки военные, то другое. Если говорю там о сектантах, то тут же у меня сразу идет там в натуре, все показано было. А ты просто не знаешь, не считал. Я тебе сейчас сначала бы считать, ты бы сказал, не может быть, что твое. Я вчера батюшки стихотворение 10 прочитал. Ну прочтите хоть там одно-два. Но я сейчас должен зайти в интернет. Подожди. Подожди. Сейчас. Подожди. Мне надо зайти. Вот я сейчас зайду. Смотри, какое торможение-то идет. О, она как тормозит. Сейчас я в сообщество зайду. Вы зеваете так, и кота напала. А тебя-то, подожди, меня не... Ты гляди, она даже не открывает. Сейчас... Надо жалко, что тебя нету в этом, в Mail.ru. Ты бы все это получал. Так, минутку. Минутку, минутку. Она не открывает. А я сейчас по-другому сделаю. Я сейчас зайду в архив, в архиве вытащу. Ага, вот она где. Минуточку. Вот выизданная, так. Здравствуй, друг. Сейчас мы ее найду это. Или копал экскаватор. И там экскаватор стоит. О, и там что? Ну слушай, вот, я тебя прочитаю. Ага. Вот, оно там экскаватор и все, Библия. Она... Начинается так. Иоанна 5:39. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете, через них иметь жизнь вечную, они свидетельствуют о мне». Второе. Колоссянам 4:16. «Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Ладикийской церкви, а то, которое из Ладикии, прочитайте и вы». Я в скобках пишу: «Послание апостола Павла к ладикийцам безнадежно утеряно». А вот дальше стихотворение идет. «Копал экскаватор глубоко траншею и вытащил древний сундук. Случайный прохожий вытягивал шею, потрогать тянулось множество рук. Какой-нибудь клад, сообщить надо будет. И где-то в отделе хрипел телефон. Толпа возрастала, давила всей грудью и липла, как в очередь на стадион. Стоял инвалид с любопытством мальчишки, вопросы блуждали по лицам. Нашедший поддел монтировкой крышку, не стал дожидаться милиции. Ислевшие тряпки, газетные клочья, а дальше сокровище книг. И кто был до мудрости книжной охочий, к источнику знания приник. От Марка, Матфея, Луки и Иоанна», читает на желтых страницах. «И новый, не уличный кадр на экране, и целая гамма на лицах. Нашелся знаток исторических данных. И Библии книгу назвал. Сундук разобрали тотчас по карманам, а ящик спихнули в отвал. Кто знает про то, как он здесь оказался, и жив ли хозяин его? Но каждый, кто к книгам теперь прикасался, молился в душе за него. Библейские строки писались веками, и авторов кровью кропились. За 30 столетий разрушились камни, а с Библии Божья милость. Тираж ее общий всегда возрастал и в апогее эпохи, а были моменты, едва кто листал в огне уцелевшие крохи. По тюрьмам и каторгам эти листочки чудом чудес проникали. Изорваны, смяты, слезами подмоченные, ночами их переписали. Кто к этим страничкам душой прикасался, те встречи с Иисусом имели. У многих знамением сложились пальцы, те троицы гимны воспели». Игнатий Лапкин, «Тюрьма», октябрь, 80-й год, Барнаул. Ну, еще в 80-м году написали. Да. 32 года назад стихотворение написано. Ну как? Хорошо, тут понятно. Ну, все нормально. Нет, Игнатий, а вот теперь игрушки, смотри другое. Все нормально. Но... Нормально, да? А вот теперь смотри. Ну, допустим... «Здравствуйте, как мы здороваемся, что руки наши?» Тут все знают, что рука означает. Вот. А на самом деле не так просто. Вот слушай что. Вот слушай. Исход 9:29. «Моисей сказал ему: как скоро я выйду из города, простру руки мои к Господу, громы перестанут и града более не будет, дабы ты узнал, что Господь не земля». Исход 17:11. «И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик». «Здравствуй, друг! Мы дорогому другу, лишь узрев его издалека, пятерней протягиваем руку. Значит, дружба вечна, на века. Так нас научили. Значит, надо жестом выражать души порыв. Как рука в руке, с тобой мы рядом, невозможно ссора и разрыв. Стоит осерчать и осердиться, пятерня сжимается в кулак. Посмотри на лица палестинцев, их сослали, как в страну ГУЛАГ, но они решимостью тверды, руки вверх и пальцы букву «В». Знак победы, пусть я даже мертвый, не смирюсь и не сойду в кювет. Вот рука, как взлет аэроплана. Хайль, кричат открывшее хайло. Знак фашизма, все идет по плану, появилось, сгинуло, ушло. Сколько знаков пальцы выражают? То поманят, то укажут вон. На троих они соображают. Есть у них особенный закон. Все то человечье и не вечно, к голове приставлена ладонь. Пальцем у виска тебе не легче, если дураком назвал бы он. Вот везут Морозову, везут. Столько лет, следов ее не видно, но два пальца не сковал и суд. и врагам ее до слез обидно. Нет. Не победили, не сожгли протопопов пустозерски лютом. Два перста шагнули, перешли через клевету и перепутье. Так молились деды. Издали прологи и жития вставали, их нароны вешали и жгли, на арену зверю отдавали. Вырезали, вытянув язык. Веры шли, рыкал прокурор. И крестились. Каждый так привык. И ложились руки под топор. Этот знак победы над врагом. Враг бежит от имени Иисуса. Взмах руки, как молния и гром. Потому крестом я знаменуюсь. 83-й год, 17 августа, Игнатий Лапкин. Как? Игнатий Тихонович, стихи хорошие, но иногда нет рифмы. Вот что меня, понимаете, ну, признайте, но хороший смысл глубочайший. Ну вот, я говорю, она как-то нет такой рифмы, что была такая... Ты ничего не понимаешь в этом. Тут как раз и говорится, что такая рифма, мне, говорит, никто не встречал, настолько необычная рифма. У меня не так Бог, там, любовь, вновь, кровь. Ты посмотри, какая рифмовка удивительная. Там где причастие с глаголами, с междометиями. Заходят не просто люди, а которые пишут прекрасные стихи, книги печатаются. И они говорят, первый раз встречаем такую рифмовку. Ты просто не можешь дойти до этого. Не можешь дойти. А вот смотри, вот, гляди, я прочитаю тебе. Ну сначала там Матфея. Идет богоносец священный Игнатий. Конвоем солдат окружен. Родные в печали, печальные братья, толпа из детишек и жен. И все понимают, что он невиновен, оболган сатрапами зла. Прощальный приветствует, духом спокоен, на нем не повисла хула. И хидным движением руки отрисает, любовью сияет глаза. И бьет супостата священным писанием, мужеством полнится зал. Хочу быть пшеницей, за правду Христову размолот на львиных зубах. Пылающий факел в железных оковах, империи в будущем крах. Я жажду испить смертоносную чашу, Бог в моем сердце живет. Пусть звери зубами все тело распашут, страдания мне слаще, чем мед. Живу, ожидая последней минуты, Иисусу любовь покажу. Мой дух свергнет тело, томление путы, всю жизнь на алтарь возложу. Любите епископов, церковь храните, чужим не внимайте отнюдь. С бессмертием всюду незримые нити, страданием, терпением куют. Хранитесь, хранитесь от ересей разных, кто церковь покинет, погиб. А ропот на церковь страшнее заразы, не брать еретических книг. Светильник на небе, промчались столетия, а львы на арене так близко. И страшно подумать, в газетные сплетни в этапы отправил епископ. Тиары и митры и хор камелавок пред кесарем низко склонились. Господня ревность сосуды расплавит. Простит ли нас Божья милость? Тюрьма, 86-й год. Игнатий Лапкин. Как? Ну вот ты ж доходишь же. Ну я не говорю, что я ж... Ну, что ты просто, отец, мало слышишь. Это я слышу, но поэтому я как-то не очень... Меня судили, вот КГБ разбирался, а ты не разбирался. Вот слушай, я тебя прочитаю. Стихотворение, которое у меня стоит в обвинении, меня его на суде засчитывали. Да, что? Ну, да, клуб называется. Стоит громада камня и гранита, культуры храм, безбожие каньон. Здесь старый мал российская элита, глазеющая в прошлое свое. Писал Некрасов, где была молитва, курение амбра восходило здесь. Теперь гудит, как Куликова битва, разврат, гордыня, матерщина, спесь. Клуб атеизма, черный клуб из дыма, да преисподней жуткая дыра. Дрожит экран из савана холстина, убийство душ, подсмертное ура. Поток из лжи и камнепад хулений, как селевой обвал несется в зал. Припомните, как вил коварный Ленин об этих душегубках предсказал. Кратчайший путь к людским умам и душам. Экран в грязи и теле издали. Смертельной хваткой пепелят и душат. Огонь страстей, безбожья, тартар, стужи Россию к катастрофе привели. 80-й год. Арест. Да как же вас было не арестовывать за эти вещи? Да. Да еще вам мало дали, что вы, если вы там Бог их, Бог чрева, славы в сраме, так и вас. А вы покусились на самого святого коммуниста. Игнатий Тихонович, все, у вас прекрасные стихи. Стих, смысл. А вот смотри, политически я тебе прочту. Касается на сегодняшний день. Вот иди. Вот. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные, не обвязанные, не смягченные елеем. Исайя 1.6. Колчак плывет, ушел под лед. Последние слова его какие? В Ипатьевский подвал сам царь идет, дуплетом черный шар кремлевским кием. Митрополит Филипп в Малютинской петле, Рылееву дыхания не хватает. Россия варится в ульяновском котле, краснеет Русь с приставкой святая. Ни просвор, ни икон в пасхальный день, кожанки, портупеи и наркомы. Плен вавилонский и гулага тень коммунистической язвы и саркома. Останки колоколен и мощей со Останкинскую башню прославляют. Над площадью Советов чудище Кощей, Картава через усилитель лает. История скукоженной страны, кищащейся позором и развратом, пир пьяных вурдалаков сатаны. Опять все повторить, вернуть обратно? Ни патриарх, ни сон попов довольных пророческим глаголом нас не жгут. За коммунистов голосуйте, с колоколен летят листовки выживших малют. Россия, бедная, подол на голове, расхристанная вдрызг после пожаров, серпасто-молоткастый разбойник Соловей свистит, улещиваясь с батюшкой на пару. О, оболваненный народ своим камланием шаманят по эфиру неспроста. Замироточили иконы православия, канонизации без самого Христа. С ним не советуются, он уже не нужен. Евангелие спрятано в ковчеге. Вход Царства Божия становится все уже. За все мы будем все в ответе. Да, сильные, Игнатий Тихонович, за все будем в ответе. И вот вы там сказали о канонизациях, я тоже эту сторону церковной жизни совершенно не понимаю. Как могут хорошие, пусть наши достойные архиереи, святители, но почему они восхитили суд Божий в свои руки? Почему они решили ставить кого направо, кого налево? Не по ним признаю мучеников, но объяснить и понять не могу никак. Уже сколько лет я пытаюсь, почему человек вписывает в канон, в святки тех, кого они сами решили там. Но еще суд Божий будет. Который... А ты слышал у меня стихотворение, которое поется «Что скажет Бог»? Ну, наверное, на эту тему. Прочтите, если есть. «Что скажет Бог, то изреку и я». Заученная фраза у Михея. К такому в рот не заползет змея. Не нанесет он в уши ахинею. Его заклинило на этих вот словах. Что грамота, дипломы, институты. Не умолчу. Вы можете плевать. Кто поступал иначе, были плуты. Михея просят все архиереи, умолкни. Изреки добро о президентах. Он снова наяву в эфире реет, разоблачает иерощика агентов. Жив мой Господь, что скажет мне мой Бог, то изреку и я ни словечко против. Замучились с Михеем, сбились с ног, а он за старое. Пророк совсем не кроток. Патриархийное священство в рот глядело уполномоченным, поставленным от власти. А он один твердил свое так смело, за стол не лез отведать горькой сласти. Жив этот Бог Михеев и сегодня. С утра он жив, все тот же, что вчера. Он ищет вновь таких, кто в деле годен, и страх имеет, как изрек Сирах. Напротив одного, живущего в презрении, с кадилами синод и патриарх. А он для них в горшке разводит бренья, от ревности мирской всыпает прах. Он поет их, у них вспухает лона. Вы видите пузатый легион? Панагии лежат чуть-чуть с наклоном. Не могут совершить они один поклон. Опухшие, продажные, слепые не могут до купальни добрести. О, сколько жеребцов! Не хватит пыли! Кому доверились мы, Господи, прости! Михея просят все архиереи, умолкни. Изреки добро о президентах. Он снова наяву в эфире реет, разоблачает ирочека агентов. Ну и че? Не вы у нас Михей. Там кто-то стучится, Игнатий. Понятно. Иди узнай, кто стучит. Они за рабов галатских хотели там сходились, так. Израиль иудейский, я помню. Да-да. Игнатий Тихонович, ну, спасибо за ваши... А Мэйлу, заходи скорее. Все. Мне сейчас надо на приход уже ехать. Так, все, я ушел. Отец, выключай только все. Давайте. Давай, выключай. Ангелов хранителя. Давай, спаси Христос, благословляй. Бог вас благословит. Выключай. Все. Ну, не выключилась еще. Так, ну я подожди. Вас вижу, как? Я так, а видел. А у меня вообще попало все, так я сейчас... Сейчас, Игнатий Тихонович, еще раз выключился. Ну ты меня все. Видишь еще? Нет, нет, не вижу, все. Так, ну теперь я буду выключать. Вот сейчас я не вижу. Ты слышишь?